канале Кулинарим с Викторией. Добро пожаловать! Сегодня готовлю куриные отбивные, или как их еще называют, отбивные из куриного филе. Я подготовила куриное филе, хорошо его помыла и обсушиваю салфетками. Полное количество ингредиентов для приготовления этого рецепта вы найдете в описании под видео. Куриное филе нужно нарезать, чтобы оно у нас не было вот таким толстым. Видите, оно такое толстенькое. Нам нужно его нарезать потоньше. На кусочки примерно вот такого размера, вот такой толщины. Какие-то лишние жирочки можно обрезать. Если какие-то кусочки получатся не очень ровными, то можно вот такой кусочек, например, отложить и сварить потом супчик из него. Куриное филе я нарезала, и теперь нам нужно его хорошо отбить. Сверху накладываю пищевую пленку. Можно воспользоваться обычным пакетиком. Можно даже положить прямо внутрь пакетика и отбить. Делайте, как вам удобнее. Начинаем отбивать куриное филе. После отбивания каждый кусочек должен увеличиться почти в 2 раза. Вот, посмотрите, кусочек был намного тоньше, и после того, как я его отбила, он стал намного шире. И то же самое проделываем со всеми остальными кусочками. Все куриное филе я отбила и перекладываю его в отдельную емкость. И теперь подготовим маринад. Для маринада мне потребуется сметана, чеснок, у меня сушеный чеснок, соль и перец. Специи и соль добавляйте по вкусу. Вместо сметаны можно добавить йогурт или сливки, или даже кефир. И в крайнем случае, если у вас нет ничего из перечисленного, то можно в яйцо, когда вы будете готовить кляр, добавить немного молока. Я буду добавлять сметану. Сметана у меня жирностью 30%. В емкость добавляю 4 столовые ложки сметаны, немного сушеного чеснока, хорошо солю и перчу. Все перемешиваю. Маринадом заливаю куриное филе. И вот так прямо промазываем каждое куриное филе, чтобы оно у нас хорошо погрузилось в наш маринад. Куриное филе прикрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 30 минут. Пока куриное филе у нас маринуется, подготовим кляр. В глубокую тарелку выбиваю 2 яйца. Яйца немного подсолю и взболтаю их вилкой. И в другую тарелку, нужно брать плоскую, накладываю где-то 3-4 столовые ложки муки. Смотрите на то количество, на которое вы готовите. Курица у меня хорошо промариновалась, я ее подержала даже немного больше, пока занималась другими делами. Беру одно куриное филе, сначала обваливаю в муке, затем в яйце и еще раз в муке. Перекладываю на отдельное блюдо. Если сметана у вас выделила много жидкости, то жидкость нужно слить. У меня жирная сметана, поэтому никакой лишней жидкости не осталось. И беру следующий кусочек, сначала его обваливаю в муке, лишнюю муку стряхиваю, затем хорошо с двух сторон обмакиваю в яйце. Яйцо хорошо прилипает, потому что грудки мы хорошо отбили. И опять в муке. В сковороду я налила достаточно масла, выкладываю отбивные из куриного филе в хорошо разогретую сковороду и буду обжаривать примерно по 2-3 минуты с каждой стороны на среднем огне. Обжариваем до золотистой корочки. Когда с одной стороны у нас куриное филе подрумянилось, переворачиваю его на другую сторону. Куриные отбивные выкладываю на блюдо, чтобы лишний жир стек. Посмотрите, какие румяные, красивые отбивные у нас получились.
Готовится все очень просто и быстро. Куриные отбивные получились очень сочные и ароматные. Я попробовала одну, получилось очень-очень вкусно. Приготовьте и вы такие отбивные из куриной грудки. И напишите мне в ваших комментариях, понравился ли вам рецепт. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. А я всем желаю приятного аппетита, прекрасного настроения и до новых встреч с новыми рецептами.